Ожидала ли я, что меня сделают капитаном? Ну, было такое, честно признаться. Ну и, наверное, и думала об этом, и даже и хотела этого, чтобы меня назначили, ну и чтобы у меня все получилось в этой должности. Вообще это серьезное дело быть капитаном. Мы находимся в Балтийске. И это памятник императрице Елизавете Петровне. Я надеюсь, что... Да что я надеюсь? Я уверена. Что я надеюсь? Я уверена, что мой характер и характер наших девчонок такой же сильный, как у императрицы. И благодаря нашему характеру «Локомотив» сможет добиться больших побед. Теперь я капитан. Вперед к новым победам!